Я досі під враженням, але зараз вражати буду я. Що, водою будеш обливати? Кльовий фокус, бах, і ти мокрий. А, шикарна ідея. Я не покажу тобі цей фокус за 50 баксів. Ну, добре, зараз я тобі покажу фокус нормальний, безкоштовний. В мене є трубочка. Зараз я цією трубочкою проштрикну носа. Готовий? Ну, дивись. Ого! Ого було на наступному побаченні, коли кавалеру приспічило одразу все. От просто все. Я реготала так, що... О! Ось який тобі треба було фокус показати. Як в мене ледь не порвався рот. Ты помнишь, что ты не забываешь мое свидание с глотателем шампуня? Если честно, я в шоке, что он согласился на свидание. Просто так резко прямо. Такое ощущение, что он меня не узнал. Я не знаю, по аватарке действительно я его узнал. Мог я не узнать, но если потому, что он сейчас в Черкасах, понимаешь, а я в Кире как бы. Поэтому, видимо, он же поэтому согласился. Так, давай, все, будем звонить. Этот кавалер на первом свидании. А, Ксюша. Есть? Я не Ксюша. Думал не о том. Привет. Это я. Зубки. Чем чистишь? А чем чищу? Я просто не могу понять, что происходит, честно. Тело не то. Смотри, вот помыла посуду, правильно? И так же и в желудке все моет. Видишь? Ты выпил жидкость для мытья посуды? А можно пить. Оно очищает организм, как и посуду. Все, в нашей красивой арендованной квартире, но он-то не знает, что это не моя квартира, правильно? Он, походу, не знает, что, видимо, я это я. Вполне реально. Потому что на прошлом свидании он был занят тупо своими колбочками-баночками. Он вообще меня не запомнил. По-моему. Кстати, для тебя, вот именно для тебя. А что это у тебя такое? Вот интересное... Я покажу, не бойся, я покажу. Смотри, салфеточки очень хорошие. Смотри. Ой, я тебя, смотрю, на свидание так собрался, серьезно. А ты, подожди, ты продаешь эти средства, я так понимаю? Не продаю, оно само себя продает. Ну что, звоним мы нашему предприимчивому Антону. Антон, не продолжай. Алло. Алло, привет, Антон. Классно выглядишь. Очень такой солидный, деловой. Да, спасибо, и ты тоже. Спасибо, что ты согласился на виртуальное свидание. Да, ну, знаешь, я как-то на онлайн-свидание не очень даже и хожу, но... Ну да, я понимаю. Ты как бы в Черкасах, а я как бы в Киеве, и я как бы тоже не очень хожу на свидание в Черкасы. Ну, а так все равно у нас состоялась такая романтическая встреча. Я даже как-то... Похудал. Прям к встрече специально к свиданию? Или просто бабушка уехала? Бабушка, я скажу тебе, это вообще вредно. Это знаешь как? Слушай, как сделать, чтобы я себя видел? Я себя не вижу. А я думал, ты на меня будешь смотреть просто. Ну и тебя хочу увидеть. Антон, ты настолько похудал, что ты исчез с экрана. Либо у меня отчасти потемнело в глазах. Чего не включается? Не знаю. А ты нажимаешь на кнопочку «Видеосвязь»? О! Ты появился! Я не помню, на чем там остановилось наше бурное свидание. Уже просто столько событий. Я вот за здоровый образ жизни, чтобы питаться правильно. Вот, кстати, ты пьешь чай, да? Ой, у нас будет сейчас виртуальное чаепитие с круассанами, например. Да, конечно, у нас будет виртуальный чай и виртуальное чаепитие. У нас есть чаи для похудания. Вкусненько, я правда не могу попробовать. И я буду пробовать, и ты будешь потом пробовать. Я все, тебе это все дело как бы по скидке продам. Тебе вот сегодня скидочка, он продается. Продает такое мыло. У меня не есть поверишь. Дома мыло. Оно что делает? Оно моет. Моет. А это увеличивает грудь. Подожди, это мыло, которое увеличивает грудь? Да, вот так втираешь. Да нет, это ты мне сейчас втираешь, дорогой Антон. А, да хоть подержать, не что, просто трешь грудь мылом. Больше. А до какого размера, я извиняюсь, уже прям интересно даже. Чем вот сильнее ты трешь, тем больше она растет. Да. А
как-то, может быть, есть мыло, которое увеличивает до второго размера, кстати, до третьего. Кстати, сегодня скидочка, он продается. Я уже поняла. Смотри, вот чаи, это чай для похудания, реально на травах, очень полезные, выводят всякие шлаки. Чтобы тебя дальше вот не пучило, да? Меня в принципе не пучит. Это ты так думаешь, что тебя не пучит, а в организме накапливаются газы, понимаешь? Что, меня не пучит, ну хорошо. И организм, собственно, организм будет у тебя работать как часть. Ну, главное, чтобы кукушка из усра... Господи. Ну, если как часы, надеюсь, надежно. Я же про тебя стараюсь, беспокоюсь. Вот смотри, первый чай, вот, который я тебе покажу, так называется. Какие-то чай для похудания, похудания, да, и эти, именно эти чаи, они омоложают организм. Понимаешь? Так, а как они омоложают? Чаи все проверенные, я тебе скажу. Вот, они очистят твой организм от шлаков. Это я уже поняла. Вот. Смотри, вот помыла посуду, правильно? Это продукт вообще уникален. И также и в желудке все моет. Видишь? Ты выпил жидкость для мытья посуды? А можно пить. Оно очищает организм, как и посуду. Мама. Мама, 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 мама. У них есть такие, флавоноиды, агутины и антрахиноины. Как бы влияют на твой организм и все вычищают, понимаешь? Очень быстро, я тебе скажу. Вот я пью и... У меня вроде... Ты тоже все попробуешь? Да. А это вообще точно можно пить? Страханоиды какие-то? Смотри, я тебе расскажу, как вот все происходит и как надо пить. А ты на себе прям проверяешь эти чаи, да? Ну, конечно. А что у тебя на блузке? А что? Это вообще брошки называются. Вот смотри. Ты что, ты больной? И берешь. Не и берешь. Ты что, мне жвачку налепил? А Антон непоколебим. Вот смотри, и эти салфетки сейчас за секунду. Чуть-чуть, да, не полностью, но экологически чистые салфеточки. Они все вытирают. Да, чтобы тебе показать, я всегда на себе проверяю. Да, а потом как бы смотрим результат. Надо пить этот чай, да. Натощак с утра, не кушая. Маленький не хочу. Натощак, ага. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Ого, ты прям такими глотками его. Я же тебе еще один покажу чай. Еще один есть прекрасный чай. Я от этого еще страханоиды я дошла. Жидкий эффект от паразитов, да? Ага. Сейчас мы попробуем его еще. Ну ты запомнила? Ты запомнила? Да, вот ты сначала из желтой чашки выпил, потом из зеленой. Выходят все эти флаги. В общем, эти чаи творят просто чудеса, понимаешь? Секундочку, подожди. За три мытья оно очищает что-то. Слушай, хорошо. Куда? Куда это? А как же наша провокация? Что случилось? Видимо, это и есть та самая очистка организма после вот того вот чудо-средства. И также и в желудке все будет, видишь? Да, вижу. Что-то я не знаю, отлучился. Я понял, а куда ты исчез? Надо было, это самое, он же работает, этот чай, понимаешь? Работает. А как он работает? Ну, как вот? Через понос. Прям все прям знаю. Туалет, шлаки выходят через понос. Ну, понимаешь, да? То есть, то это самое, то я тебе сделаю скидочку, дорогая,
скидочку сделаю. Да просто, ну, мне не надо скидку. Мне в принципе просто не надо чаи для похудания. Не надо чаи для похудания, тебе надо. Тебе надо, чтобы... я тебе хорошую скидку сделаю, понимаешь? Я поняла уже. Тебе вот сегодня скидочка, он продается. Я уже поняла. Итак, с ним все понятно. Зовет на свидание, чтобы на самом деле напарить свой товар. Поэтому, ну, тебе обязательно нужно взять. Обязательно. Я подумаю. Спасибо, спасибо. Ну, я подумаю. Да что? Ну, что тут думать-то? Я тебе же сказал, скидку взять. Это же хороший эффект. Хороший. Я же все демонстрировал. Да, да. Не надо сильно демонстрировать, как бы. Я думаю. Кристина, секундочку, извини, я позже наберу, только позже. Антон по-прежнему. Эх, Антон, какой ты все-таки Антон. Короче, втюхівальщик року. Ось хто він. А я зараз собі втюхаю що? Розгадку. Тож, як мені вдалося трубочкою проштрихнути носа? Ну, насправді, Сашка, трубочка в мене була одна, а потім я так опустила руку і дістала ще одну. Просто я так її приховала в руці. Ти зрозумів? Ну, насправді воно виглядало ось так. І треба було просто синхронізувати руки, ну, рухи. Тобто туди-сюди, туди-сюди. І от тобі ефект ого. А у вас хай буде все не тільки ого, а ще й ого-го, щоб ви потрапляли лише в любовні сітки, а не в сітки аферистів. Дивіться в наступній програмі. Як красиві жести від бізнесмена. Вау, це реально віддільний кінотеатр? Ну, це віддільно для нас і зал. Обернуться подвійною аферою. І хто він? А, тут дві двері просто. Крізь, біги! Біжу! Та чи пройде перевірку на вірність бухгалтер Діана? Поздравляєм! Слушай, вони вже спілись або спілись, голубці. Чи голубки? Якщо перевірка затягнулась. Хорошо, поосторожно, в рот сильно не так. Ну не то, чтобы я не слышал этой фразы, но как бы...